Например, 2060 год является годом цикра, поэтому люди, рожденные в этом году, соответствуют циклическому знаку цикла. Насколько я знаю, Шусян имеет очень древнюю историю. Конечно, эта система летоисчисления существует уже как минимум 1600 лет. Программ о китайском языке и китайской культуре. Здравствуй, Китай! Нихао, Чунго! Марин, а почему именно в таком месте располагаются знаки животных в зодиакальном цикле? Наверняка в китайской традиции есть легенда, рассказывающая о том, как это произошло. Конечно, и не одна. Например, рассказывают... Император, который был небесным владыкой, позвал к себе во дворец 12 животных. Император хотел выпросить одного из них, чтобы назначить наместником на земле. Узнав об этом, звери поспешили в небесный дворец. Каждый из них хотел быть первым, чтобы удостоиться власти божественного императора. Насколько я помню, цикл Шусян появляется со знаком крысы. Получается, что она быстрее всех добралась до небесного дворца. Раньше других животных пришел усердный и трудолюбивый бык. Однако он на его спине сидела крыса, которая таким образом решила побыстрее добраться до дворца. Когда бык собрался во рту к небесному владыке, хитрая крыса спрыгнула и оказалась первой во дворце. Бык оказался вторым, потом пришли тигр, заяц, дракон и другие животные. Ты знаешь, на Западе название 12 знаков зодиака связано с соответствующими созвездиями. Считается, что от знака зависит характер и способности человека, который под ним родился. А знаки Шусян тоже определяют возможности и судьбу человека. Да. Например, принято думать, что люди, рожденные в год крысы, обладают острым умом и большой ловкостью. Однако по характеру они робкие и нерешительные. Конечно, это все предрассудки.